Так, приехали на участок. Сашечка у нас тут. А батя не понял. А, вон еще. А что он там-то лежит? А кто его туда положил? Не знаю. Может, ветром сдуло? И закрутило в рулон? Да. Или это ты положил? Я не клал, ничего не делал. Он, по-моему, так и было вчера, нет? Не было так. Не было? Нет. А как это так? Ну, оно могло вот так вот подуть, его закрутить и все. Ну, ты вообще там, что у нас тут? Гоблины ходят? На. А, ты забыл просто что-то делать. Да ничего. Маленький. Чудеса, да? Первый раз как-то. Так, сегодня будем делать крышу. А где ты ходишь? Иди ноги-то прикрепляй. На, тут скалопендрушки бегают. Таша вон наступила на нее прямо. Угу. Ташунь, иди сюда. Иди ко мне. Иди. Красотуля какая, да, скалопендра? Попупил, да. Да, я думаю, нет больше там скалопендра. Что есть? О, какие-то кукурумушки прыгают. Угу. По мне. Нету больше. Нет, скалопендра убежала на... А на дерево, да. Это сверчки, которые вещат. Mm. Они. Сверчки. Они же... Что? Нет, да. Так, Фатя. Продолжаю делать крышу. Я сам туда не полез, сказал, чтобы это, попросил его. Да ладно, врать, то я тебя не пустил. Полез. А это я, что ли, делал? Так, все, батя у нас сегодня крышу делает. Почти доделал. Вот. Он крышу делает, я продолжу. Вот здесь буду раскосы ставить, короче. Че? Увидите. Где? Вот. Че? Да. А? Таша у нас целый день спит. Вот. Под вечер распогодилось, да, хорошо стало? Красота сегодня под вечер. Батя полез опять. Фу. Пока здесь батя крышу делает, да? Чуть-чуть поработал внизу. Чуть ниже поработал, почистил немножко вот эту вот часть, была заросшая совсем. Вот, сейчас хоть видно, что здесь ананасы растут. Надо резать. Надо, может, завтра.
Да, чтобы его украли как? Ну, давай. Я тебе посвечу фонариком. Или сунуть под этот к Таше, куда-то ж точно не полезет. Так, кстати, точно. А то в этот раз хоть нашли, а в следующий раз уже не найдем. Ну ладно, хоть это сделать, хоть что-то хоть, да? Угу. Не буду я тогда сегодня резать, завтра сделаю. Да, уже давай завтра, уже поздно, сейчас стемнеет окончательно. Полчаса и все. Да. Так что мы пойдем. Да, поехали. Пойдем домой лучше. Да. Завтра будет день и будет час. Но мне еще леса надо делать. Как я, висеть буду опять в воздухе? Не хочу. Так, я сегодня шланговал. Не делал нифига, кроме навел порядок. Немножко подмел. Красиво смотрится, обратите внимание. Сделал, заходи сюда. Здесь сделал чисто, все это поразвесил. Чтобы не мешалось мне, потому что я делал стенку. А, объясни людям, зачем вот эта дырка там наверху. Так, эта дырочка специально сделана. Все знают, что кошачьи типа леопардов. Котофей Петрович. Короче, для Петровича отверстие. Не дырка, а отверстие. Дырка в другом месте. Вот, там будут полки у нас, и он будет на верхней полке дрыхнуть, наверное. И оттуда будет такая, как назвать, лестница, не лестница, ну, чтобы он мог забегать туда наверх и там спать. Я надеюсь, что он будет делать это, потому что здесь тоже будут такие полки, чтобы он мог прыг-прыг-прыг и туда. Вот. Ну, все для кота, все для кота. Кот наш... Не для тебя, Таша, не для тебя. Для Таши совсем другое. Сейчас мы поведем эту засраночку мыть. Ой, мыть и купаться. Мыться, купаться, потому что, Таша, покажи, как тебе тяжело дышится, потому что эти уроды ее загрызли уже, которые называются блохи. Да, и... еще батя начал делать тут... Кого? Каркасить. Вот, да. Стеночка будет у нас здесь, вот. Вот здесь. Батя! Батя! Вот, завтра мы еще макан привезем. Угу. Я думаю, что, скорее всего, наверное, в первую очередь я это зашью, чтобы мне не дуло было, потому что я... Дуло было интересно. Вот, я хочу здесь спать остаться уже с Ташкой вместе. Вот мы ее поэтому мыть поведем, чтобы она не чесалась. А так мы вместе с ней будем чесаться. Я думаю, через недельку, да, можно? Но мы хотим все. Какую через недельку? Соляр купить. Солнечные панели, чтобы здесь свет был какой-то. Да, чтобы батя мог еще и ночью работать. Еще что нам надо, вот это вот видите штуку под названием кран. Вот этот кран должен стоять здесь. Вот здесь он будет стоять. Здесь будет мойка. Мини-кухня такая маленькая. Мойка. Да не кухня, а просто мойка, чтобы можно было зубки почистить, помыть что-то, куда-то убрать. Тарелки, да-да-да. Тарелки убрать, потому что на улице-то хорошо мыть тазы, там всякую дребедень, а вот мелкое-то здесь. Ну, как-то уютнее будет, здесь свет повесим. Да. А кухня у нас там. Кухня будет там, естественно. Да. Это все зашьется, а маканом будет красивее. Да, и возможно сегодня я пособираю с батей вместе с камушков. Я хотел камушков туда накидать, чтобы было, ну, не типа накидать, грабить. Наложить. Наложить, да. Положить. Накидать, положить камушков туда, чтобы было удобно ходить и не скользить, короче, не упасть. Есть вот. Глагол класть. Класть. Но положить. Да, Соня, мы твоих убить, мучить сами. Так, нет, я туда нельзя, Таша. Не ходи, Таша. Давайте понять. Здесь. Таша. Ну что, я полез туда, воду потом все равно будет надо. Угу. Так, пошел я. Таша, фу. Смотри, куда я лезу. Вот она, вон туда лезть, видишь? А где она спит, вот туда? Она вот здесь, а вот эти уроды, они вот так спали, все. Вот они вот тут вот дрыхли. Окей. Что такое? Да, у нас это, кокосы забирают, они у нас гниют, короче, кокосы. Скажи. Вот. А, можем сейчас еще здесь прихватить, у нас есть парочка. Да, давай, пшикай уже. Ну, так, нет, пшикай, ну, пшикай. Так, папаечка. Сейчас папаечка. Или пёс её, или мне кажется. Тебе кажется, мне кажется, она просто устала. Устала стоять. Да, Таша? Или эти, типа кротиков. Mm-hmm. Посмотри, какой мулунгай стал. Да, мощный, да? Вообще класс. Обожаю мулунгай, он вкусный. Фу, Таша. Вот сейчас получишь вот этой штукой. Там у нас говно просто. Там. Говно. Ну вот. А, он там еще. Вот, может, оставим здесь вот это вот? Зачем тебе карабин? Да пускай будет. Так, сейчас мы сломаем тут все, Таша.
Где мы вас? А вот здесь. Понимаешь? Повесить. И с собой взять. Да повесить, зачем он нам? Этот мужик шел. Так, все, пришли на речку. Этот мужик, по-моему, здесь шел. Либо там может прийти, без разницы. Ну, мы вот туда идем, там классное место, может купаться. Пойдем-ка. Мы его еще не показывали. Но мне там вроде как понравилось. Ты там, по-моему, этот видел, да, как его? Черепаху. Нет, да? Маленькую. Маленькую. Попробуем. Да, давай здесь перейдем. Так, тут похоже, что это дорога. Да, это дорога. Вот, и скорее всего мы по ней потом пойдем. Так, чтобы опять речку не переходить. Вот, и можно будет сюда даже, не знаю, на мотоцикле может приехать. Да, ездят люди, видно. Прикольно. А вот тебе дорога, Таша. Видишь, дорога. Дорога тут, дорога. Не то как. Удочка. Ой, как симпатичное место, да? Да. О, слушай. Да, и дорога ведет сюда. К участку чем? Че это участок? А то место где-то тут. Вон там. Угу. Симпатичный участочек, да? Да? Только единственное, что если тайфун будет, то может это. Не? Не? Да, вон. Вон там чей-то домик стоит. Таша, блин. Чей-то домик стоит. О, красивое место. Ну как вам местечко, ребята? Напишите в комментариях, вот на дерево можно залезть. Саша боится идти. Вот так Таша спасает батю. Она его просто топит. Ты тебя топишь или спасаешь? А, будешь прыгать? Давай. Вань!
совсем недавно ругался на ветер. Говорю, как ты меня достал вместе с дождем. А сейчас такая жара стоит. Тихо. Самое время шкурить. Или как сказать, обрабатывать на чистовую. Фига не хочется. Жарко, все с тебя течет. Видите, она уже втянулась, поклевка, я вам говорю, особенно втянулась. Вот, надо бы пройтись. Вот не знаю, или мне этим заняться, или же мне продолжить каркасить. И здесь хочется, и тут хочется, и везде хочется. Собачий, эй, ну да, я к тебе обращаюсь. Слопала все мои бананы, довольная лежит. Наверное, я все-таки стойки выставлю, да начну шкурить. Да. Погодка-то вообще-то, да, жарко. Лучше бы, конечно, ветер был. Но ветра нет, увы. Вот. Змейки меня больше не посещают пока. Пока. Вот, с Ванюшкой вчера камушков принесли. Ташу купали, заодно на речке камушков навыбрали. Вот, Ваня собирается вокруг до пуга здесь вот так вот все это обсыпать такими кругляшочками. Ну, с одной стороны украшения, а с другой стороны, пожалуйста, снаряды против эскадрильи. Ну, этих, которые с хвостами, но без крыльев. Вот, две тыквочки мои принялись, там вон они стоят. Сейчас подойду, покажу. Покажу. Вот надо бы выбрать корешки, так некогда. И некогда. И не надо. Вот. Одна торчит, вот вторая торчит. Причем семечки, почему я их посадил, так бы они пофигу. Этой тыквы тут полно везде, да, но у этой тыквы крупные семечки. Да, кстати, не стал я сажать дальше горох. Посмотрю, что с этим будет, может, он завянет. Откуда я знаю? Ну, что толку-то? Время тратить. Да? Да, сегодня еще парочку листов привезли амакана. Вот, две штуки. Ну, повозим еще немножко, на дня 2-3. И все, я начну зашивать это все хозяйство. По ходу дела дверь присобачу. Надо будет нормально крылечко сделать. Ай, дело не в проворот, не знаю, когда за все хватаешься и там, и там, и в общем. Хочется все объять необъятное, увы, не получается. Что-то одно делаешь, а про что ты забываешь. Дал задание, ну, громко сказал, попросил мамаечку, чтобы она нашла бамбук. Потому что надо разделочные планочки делать сюда. Ну и прижимные, как назвать их. Их же надо обрезать, покрасить, потом все это дело прикрутить. Все. Ой, в общем, ну я говорю, тут работы не в проворот. Да, если бы она не приносило такое удовольствие, как мне, да, она была бы в тягость некоторым товарищам, таким как Барбосина, чистенькая. Вчера купалась, меня топила, визжала, ухо мне когтем порвало. Не буду показывать, вот скажете, о-о-о. Ладно, буду дальше работать, ребята. Окей.
тебя есть какая-нибудь херня, чтобы выбить? Что выбить? Ну, я уже полчаса пилю, не могу опилить этот. Берешь гвоздик, молоточек? Да, мне вот гвоздик нужен. У тебя есть? Что? Гвоздик или молоточек? Вот твой молоточек. Вот гвоздик. Гвоздик. Можешь подать гвоздик? Нет, не могу. Я вот тебе молоток. Вот твой гвоздик. О, охуенно.